Сегодня у нас 3 июля. Вот я подошел к дому Никиты. Тут буря была. И что она тут сделала? Это буря. А буря — это не игрушка. Это Алешин дом рядом. Вот я сейчас подхожу. Вот тут его веранда. Нет, веранда. Вот это балкон. Далее. Маленько Никита тут что-то сделал уже. Ага. Вот Володя стоит. Сейчас мы посмотрим издалека. Обойти. Трава сырая. Сапоги дырявые. Вот они. Теперь сапоги-то мои. Вот они. Все в заплаты. Все попадет. Вода. Не знает, как сделать. Так, Никита, залезь дальше, залезь обратно, главное, не упади. Володя, пока прекратите сейчас. И надо подумать, как сделать это, первая лестница. Найти лестницу, а оттуда длинную лестницу. Но она длинная, видите, крыша с переломом идет. Опасность вообще. Придется эту небольшую лестницу оттуда спустить на веревке. Держись. Это ветер раскрыл все. Тебе там близко уже? Надо поддерживать. Ты наклоняться будешь, лестница может пойти в сторону. Сейчас что хотите? Шифер опускать или сбросить? Ну там его нигде, такой шиферинки-то не надо. Его бы надо, наверное, убрать, а целый лист положить здесь. А как вы убирать будете? Ты сам-то не лез выше. Шиферину одной рукой тебе не удержать. Не надо выше залазить, лестница сыграет. Внизу никого нет, никто не держит. Все. Вот это нормальное. Уронили и все. Бояться не надо. Сейчас целые там пойдут. Все равно сломанный. Спокойно, не торопись. Так, ребята, все, заканчивайте. Сейчас завтракать. А потом подумать, как что сделать. Я считаю, вторую веревку взять и опускать лестницу там. На веревке маленькую, с переломом. Я тут подойду к вам. А на эту дыру, то где рука у тебя, надо что-то наложить там, наверное, чтобы вода стекала. Наложить. А, вот хотя бы так. Опускай. Не дергай. Ты уже завернул теперь эту. Видишь, там ничего нельзя задевать. Вверху надо толь подправить будет. Видишь, она пузырем сразу пошла. И вот эти ветки, которые согнула, их надо отпилить будет потом. Я думаю, что надо дождаться, когда совсем подсохнет, чтобы Никита там не заскользил. Ну ладно, все, заканчивайте. Главный объект понятен. Никита, не ходи так просто, ползком добирайся. Вот так. Буря заставит вернуться, говорит, к праотцам своим. Я, конечно, веду меня не обезьян, шимпанзе. Вот грохнули, половинка осталась. Все. Вот, работники приехали, откуда они, неизвестно. Договорились, что побеседовать один раз можно будет с ними. Рассказать о Христе, а то были, и никто ничего. Главное, работают. Алеша. Хозяин над ними, или как сказать, наемщик. Наниматель.
На, Володя, подожди меня маленько. Надо обдумать, как там вам сделать, чтобы не было опасности. Вторую веревку создать и дополнительную лестницу. И он по ней доберется, а у тебя тут держать надо, чтобы она не опрокинулась, не вывернулась. Угу. Это посмотреть какая-то. Мы обычно, когда это делают, валенки надевают. Валенки не скользят, опора прочнее. Пришел, Коля не работает, играет. Да я уже им щепки в рот давал, а они все равно болтают без умолку. Ливия там многие. Еще-то как-то с неохотой делают. Он наказан. Ты, по крайней мере, никому не мешаешь. Отработанная. Ты что делаешь-то? Ко... Это, Илья. Ну что за дурость-то? Долбит по пиле. Что там, балуется? Ну, конечно, балуется. Что они еще делают? Видишь, она уже зашла. Ну что, содрал. Все фигня. Держи руку ее. Держи, сейчас мы ее так... Три раза шапнул и все, нет. А что колотить-то? Давай вот это белое, она никуда не годна. Это все, что ее ободрал, он уже там вообще. Вот так. А я нашел уже там на 150. Ну штук 6. Ну еще поищи там. Еще надо. Профессионально рубить надо. Каждый лишний взмах – это трата энергии. Но ведь это можно есть, что хочешь, что хочешь. Бабушке такой крови не хочешь. Клен пошел под нож. Время скажешь? Нет. Бабушке смотри, это я пилить не даю мелкенький. Да.
Вот сухая, это плохо. Сухая не дается. Тоже взять можно. Наш рассказывает, у нас отец был однорукий. На фронте сорвало под Маленском. Еще внук его, Марк, сейчас свадьба у него. Он нашел в интернете, когда отца награждали, какая рана была. И все. Посмотри-ка. И отец одной рукой всегда рубил. Ну вот эти вот он как-то зажимал. Ногой что-то тут. Пенек пониже был. Ну и приехал к нашему гостю. Во Фрунзе. Они в окно смотрят. А у них там саксаул. А саксаул это на сегодняшний день. Отец, а что у вас тут лежит? А щища. Там он не то, что взял топор и говорит, я ее сейчас перешалкаю. Они говорят, в окно смотрим. Но он взял ее. Не делайте. Зажал, а она вот так вот, ну как ветки-то, колесом-то. Он вот так вот, раз, они в окно смотрят, а он нисколько. Вот так вот отпружинил и топор кверху. Отец еще ничего не понял. Он всю жизнь колол в Сибири. Он берет топор опять, размахнулся, бац, он чуть не в лоб ему отлетело. Он смотрит, что такое-то, еще нет, дерево-то как пружина, как рессоры машины. Второй раз, третий раз, маху топор, подергал, все, пришел. Ну, ребята, видать, я отшалкался. Я перешалкаю. Брат, саксаул за себя постоит. А, это нельзя трогать. Это я им сделал. Смотри, о, гвоздик забил. Угу. Белье-то вот мотает-то, пройти нельзя. А вот это вот она, раз. О. Все. Стоит. Голь, говорит, на выдумку какие-то. Вот смотри, сколько перешалкал. Ну это не саксаул. Нашему смешно так. Отец всегда поправлялся. Приехал старший сын, Самуил. Он на 5 лет старше меня. Ну и без выпивки нет ничего. Мать там поставила брашку, медовуху. Они там три двоюродных брата. И они колят. Колят, там клинья у них, топор, колун. Отец пришел, все перекололи. Все, отец. Ну, раз все. О, пожалуйста, пожалуйста. Все как надо. О, говорят, у мусульман послушание. У нас свое тут есть послушание. Мусульман, учимся, они пусть у нас учатся. Вот. Сейчас я попутно расколочу. О! Надо перевернуть и ударить. О! Перевернуть и ударить. Так, давай сюда. Перешалкаю все это дело. Ну и вот отец пришел, посмотрел, куча дров лежит. Ну и что, выпить все сели. Брат побыл тут, это сын его, отца моего, Самуил Тихонович. Ну и уехал. Отец дрова-то стал складывать, а все одной рукой делается. А там внутри такие толстые щурки, которые не раскололи. Они не могли рассказать. Топоры садили, с топорами так и забросали. Не могли они расколоть. Не могли. Отец говорит, а колоть надо уметь. А что уметь-то? Коли, добей. Нет, говорит. Отец показывает, да такую щурку. Расколоть просто. Вот она. Щурка. А что ее колоть-то? Она уже раскололась. Такие дровоколы продают. Вот ударил, она в дребезги. Так поколол. Это кино показывает. А ты возьми береза. В ней 4 сучка, да засохшая. Вон батюшка овечек ловит. Куда-то. Вон они уже. Не знаю, то ли какая-то стричь будут. Иначе бы он не связывал их. Это стрижка овец начинается, видать. Видишь как? Ну стрижка-то что? Они же постригали уже. Не это, знаю, ну а что будем связывать? Это может это? Гостей встречать? Как Расул Гамызатов говорит, везде барашек отвечает за все, он тащит. Да хочу бы они овечек тащили.
Ну, может быть. Но Игорь завтра в город едет, так что возможно и... Обезножили. Видишь, вяжут. Батюшка не колет сам. Ему нельзя, он священник. Вот так. Издалека. Рядом он не разрешил бы. Идет. Ой. Ну и что? Отец вытащил эти все и переколол. Одной рукой. Он смотрит, где маленькая щелочка, где поворот какой. И в это точно бьет место. А мы ничего не знаем. Колем, как попало. Что он говорит? Он просит пацанов отогнать баранов. Вот сюда же выгнать их. Ну-ка, ребята, идите, барана погоните. Кто хочет погнать? Идите. Ну идите туда. Где баран? Там баран. А руководи, куда баранов гнать? Куда больше, чем баран? Куда вы побежали? Гань, батюшка смеется. Пастухов, говорит, больше, чем баранов. Давайте все туда. Коля, тоже беги. Иди туда, залез где-то. Подожди, Володя, дай не залез. Одного человека тогда. Нет, туда. А Юля же вы, батюшка, не работать. Больше, чем баба. Ну куда? Так перелезем мы здесь через забор. Это Никита повел их. Стойте там! Там стойте в стороне! Стойте в стороне! Уйдите с дороги, в сторонку, встаньте там! Стойте там! Ваша задача, чтобы они в деревню не пошли. Не-не-не-не, они не пойдут в деревню. Стойте там, стойте там! На месте стойте. Их угнать надо туда, в степь. Степь, ну я говорю в степь. Они в деревню не пойдут. Они зачем? Пошли. Пошли. Они не любят тоже фотографироваться, видишь? Сейчас столпятся вокруг своих, скажут, что это с ними. Залей. Пошли, 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 пошли. Там до коров догоните их, Никита! До пастухов! Ой-ой-ой! Потихоньку, а! Тихо! Вот дурные это головы. Так, все, пошли домой. Все, хватит. Надурились. Вон стоят ребята. Да, вот незнание, как что-нибудь сделать. Ну и чего вы тут выгораете? Слава Христу.